Та-т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 а
Господи, кто это? Да. Майн закрыт. Кто это? Чего? Траппер. Это что? Траппер. Что? У меня здание выполнилось. Мне нужно было слепить ману. Баг, видимо. Наверное. Очень странно. Ты услышал меня, да? Да, траппер. Тут палетка в воздухе висит. Серьезно? Ой, палетка, говорю, это ловушка. А, трапа. Угу. В палетке. А интересно было, я в нее попала бы, если бы я прошлась мимо. Ёп, как ты? Чел, да чё ты? Это ты? Конечно, кто еще может чинить? Кроме нас. У тебя кровные есть? Нет. И у меня нет. Непонятно, спасает она его или нет. Ой, ты здесь? Спасает. Да, ты давай чинишь. Я ж тебя спросила, это ты? Ничего. Слушай, ну вроде не самораскрывашки. На палачу посмотреть. Затраплено или нет? За мной. Слушай, нет. Да. Ну как-то рандомно сутки. Может самооткрывашки? Кстати. Как-то рандомно затраплено. Да, в рандомном месте стоит, да? Не, в трапе был. В трапе. Угу. В палете. Слушай, а в палете страны я там растрапливала. Реально похоже на самораскрывашку. Он пошел в сторону лачи. Ну, очевидно. Трапит лачу, осторожно. Угу. Ой, у меня фонарик в воздухе завис. А, ты про этот трап, который в воздухе, да? В трапе? Ой, в трапе. В палете? В палете, который. Тут много, кстати, таких. Что-то тут прям плохо все вообще. Да, он на мейне, он не мог мейн затрапить же, ну. Ну нереально, самооткрывашки. Я так и думала. Я в тупике. А? Ты там же, да? Да. Начинишь, да? Да. Нет. Ну, я так и понял. Благо я успела воспользоваться. Ну зачем опять сливает? Он опять сливается? Разве? А, он второй раз висит. Блин, он там ходит. Угу. А ты где?
Ага, вижу где-то. Здесь. Угу. Чумичка, как ты попалась? Ну как? Да нет, это точно сама раскрывашка. Почему? Ну потому что опять эта ловушка здесь. Опять эта трапа здесь. Опять. Так, он, наверное, лачу растрапил. Да блин! Как? Ну, такая темная, прям не увидишь ее. Опять мой фонарик. Да как? На углу лачи, я вообще ее тут не ожидала. А, понятно, у него угу. Та самая трапа. Да. Окно еще затраплено перед лачей. Не, ну тут все. На ровном месте проиграно как. А, особенно с моей стороны глупость вообще полная была. Слух, а чисто теоретически его же можно забайтить, правильно? Кого? На трапу. Ну, то есть лечь в трапу. Если он, конечно, меня поднимать вообще будет. Дождаться, пока он подойдет, чтобы поднять. И он в нее может наступить, правильно? Маловероятно, но может случиться. Ну, очень маловероятно. Ни хера не вижу здесь. Ты умираешь. А, ну это я вижу, да. Теперь точно умираю. Чертик? Ну как? Я этого видел. Ну как? Ну вот как ты знал, что я там? И главное, именно в том шкафу. Ну точно, чертик. Блин, у него мы справимся. Черт, ладно. Чел, искренне надеюсь, что сюда не придешь. Хотя он может сюда прийти. Во-первых, тут трава. Он уже сюда идет, ну что, что будешь делать? Нет? Что? Он же должен был видеть, что я здесь. Хм, странно. Зачем? Зачем он меня отпустил? Дед плачет, да? Подозреваю, что плачу.
да? Сейчас скажу. Нет, Лача, да. Угу. Она в мейне бегает. Точнее, рядом с мейном. Бегает. Если ей повезет, то мы успеем адрик дать. Если нет, то... У нее нет адрика. Ну, тогда царян. Я, конечно, могу подставиться, но это сложно. Реализуем. Как он помахивает, да? Ладно. Он пошел открывать парковку. Но траппер рядом. Не, блядь, траппер пошел на мой. Это вообще сейчас небезопасная схема. Там, где я сижу. Не видел? Да нет, это... Бля! Ладно. Как-то увидел. Барбекю, что ли? А почему у меня замедление какое-то? Нет, это замедление. Ну, это ГГ. И не добежала я чуть-чуть. Зачем он трапа поставил? Просто чтобы подзаработать чуть-чуть. Вторая проигрышная, но интересная катка. Ну как, это по крайней мере не минус 4. Да, барбекю было. А, ну тогда понятно. Самораскрывашки. Самораскрывашки, я же говорю. Mm-hmm. Прям читалось почему-то.